Приветствую всех любителей бисероплетений. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию вот такое изделие. Это плетеный кабошон, который можно использовать либо в качестве элемента для браслета крупного, для колье, как кулон. Но сегодня я вам покажу его в качестве броши. У меня это пока что просто элемент, который я планирую использовать в браслете. Но для вас сегодня я покажу, как я из него сделаю брошь. И несколько слов о том, что вот мои подписчики спрашивали уже, когда же появится уже видео на Patreon изготовление вот такого кулона. Вот хочу вам показать, что я уже сняла, и сегодняшнего числа уже выставлен, опубликован видеоролик на канале. Вот я делала вот такой кулон, по вот этому кулону вот такой кулон я сделала. И с сегодняшнего дня уже все наши подписчики смогут увидеть эту работу, как она делается. А те, кто еще не подписался, можете зайти на канал и просто посмотреть фотографии этого готового изделия. Итак, что нам понадобится для того, чтобы мы сделали вот такую брошь? Вот такую брошь. Но я купила совершенно шикарного цвета. Вот кабошоны. Их два в комплекте. 25 на 18 миллиметров. И уже к этому цвету специально подбирала, появились новые товары, новые бусины. И вот такие бусины, полумесяц, их 50 штук в комплекте. Они прекрасно сочетаются с вот этим цветом опаловым. Я также взяла сюда тоже в этих оттенках беконусы 3 миллиметра. Это беконусы Сваровски. Взяла граненые бусины 4 миллиметра. Мы уже работали с этими граненными бусинами. Мы делали браслетик. И также я взяла бисер тоха в двух размерах. Это бисер тоха 15 размер. 15 размер. И бисер тоха 11 размер. Мы с вами будем использовать вот такую застежечку. В этот раз она будет очень просто прикрепляться к нашей броши. Нам не придется долго мучиться, чтобы ее зашивать с обратной стороны. Вы увидите, насколько просто вот можно это сделать. И хочу вам показать размер. Я, в принципе, когда ее покупала, то как бы было написано, что это 25 миллиметров, но все-таки это не 25, а 24 миллиметра. Вот. Я думаю, что даже если вы приобретете 25 миллиметров, этот размер также подойдет для броши. Итак, мы будем работать леской 0,3 миллиметра, и я уже приготовила иголочку с леской, и мы сейчас с вами начнем делать оплеточку. Вот для этого кабошона нам нужна будет оплетка. Мы сделаем два ряда, полотно из двух рядов крестиков, и нам в одно кольцо нужно соединить 24 крестика. Для тех, кто только к нам подсоединился и не знает, как это делается, я пару минут уделю, как все-таки делается вот это полотно. Крестик, он состоит из четырех бисерин. Мы их берем и закрываем в колечко. То есть вот я протяну на край лески, завяжу узелочки. Будьте терпеливы к нашим новым зрителям, поэтому вот эти пару минут, кто уже знаком с этой техникой, будьте немножечко вот терпеливы к нашим новым зрителям. Вот это первый крестик. Вот видите, у него 4 бисеринки. Когда их соединить, они напоминают очень маленький крестик такой. Значит, цепочка из крестиков
Вот я отойду от узелочка, чтобы он мне не мешал. Цепочка из крестиков состоит из крестиков, соединенных друг с другом. Естественно, место соединения – это общая бисеринка. И она идет в счет следующего крестика. Вот смотрите, я снова, получается, соединяю в колечко новый крестик. Вот. И перейду. Цепочка всегда имеет общие бисеринки в одном ряду. Поэтому мы должны каждый раз, закрыв колечко, переходить в бисеринку напротив той, которая была соединительной, чтобы у нас получилось новое соединение. Новое соединение. Снова три бисеринки, закрываем. И так далее. Каждый раз переходим от одной соединительной бисеринки к другой и должны сделать 23 крестика, а 24 мы соединим в колечко. Итак, я уже приготовила вот такую цепочку. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Теперь мы развернем края нашей цепочки друг к другу. Набираем одну новую бисеринку, соединяем края. И еще одной бисеринкой закрываем наш крестик. Вот у нас получается 4 бисеринки в крестике, как и должно быть. То есть вот такая цепочка у нас получилась замкнутая в колечко. Я пройду еще раз по этой последней цепочке, чтобы она не разъезжалась пока что. Вот, и выйду в боковую бисеринку. Вот смотрите, я вышла в боковую бисеринку, и теперь начинаем набирать новый ряд, чтобы у нас получилось полотно из двух рядов крестиков. Первый крестик мы набираем 3 бисеринки и закрываем на одной общей бисеринке. Но я сразу перейду в следующую боковую предыдущего ряда. Вот. Теперь смотрите, у нас все вот это полотно, вот этот новый ряд должен соединяться с предыдущим крестиком и с предыдущим рядом. У нас две соединительные бисеринки всегда будут. Одна из предыдущего ряда, одна из крестика. Поэтому нам надо набирать только две бисеринки. Во всех следующих крестиках только две бисеринки. Закрываю на двух крестиках соединительных и перехожу сразу в следующий. Вот таким образом. Еще раз. Две бисеринки, захожу в бисеринку соединительную из крестика, в бисеринку соединительную из ряда и сразу захожу в следующую бисеринку. И так мы должны пройти по всему кругу. Вот я прошла уже все полотно, мне осталась только последняя бисеринка вот предыдущего ряда. Видите, я в нее зашла. И теперь мне надо зайти точно так, как мы соединяли предыдущий ряд. Я захожу в бисеринку первого крестика, добавляю, теперь только одну набираю и закрываю на соединительной последнего крестика. И вот таким образом мы закончили наше полотно. Я опять выйду в боковую бисериночку нового ряда. И теперь начну набирать между вот этими крайними бисеринками по одной мелкой. Мы будем оформлять лицевую сторону сейчас нашей оплеточки. Вот я добавляю по одной мелкой бисеринке. Это 15 размер, он значительно меньше, чем 11, поэтому вот он будет стягивать край у нас, видите? Проходим по всему краю. Вот так выглядит наш край теперь. Ну,
Я хочу оформить его вот таким образом, чтобы он у меня был вот такой волнистый. Как это делать? Это тоже достаточно просто. Вот я вышла в первую бисеринку. В первую бисеринку мелкую, какую набрала. Я набираю новую мелкую. Захожу в следующую мелкую. То есть тоже мозаикой, просто из-за того, что этот бисер мелкий, он как бы на одном уровне находится с более крупным. Ну вот вы ориентируетесь по размеру бисера. И еще одну. И прохожу сразу три. Вот смотрите. То есть я набрала новую бисеринку и прохожу мелкую, крупную, мелкую. Снова набираю дважды и прохожу по соседним мелким бисеринкам. Раз, два. По соседним. И сразу прохожу, вот после того, как я вторую набрала, я прохожу три бисеринки сразу. Видите, мелкая, крупная, мелкая. Опять точно так набираю мелкую, прохожу в следующую мелкую, набираю мелкую, прохожу в следующую мелкую, крупную, мелкую. И так нам нужно пройти по всему кругу. Вот я набрала последнюю бисеринку в этом ряду, прохожу мелкая, крупная, мелкая, и сразу выхожу в первую из набранных мною бисеринок. Вот таким образом. И вот теперь мне нужно проходить таким образом, чтобы вот между вот этими двумя я набирала одну новую, а дальше проходить по бисеринкам до следующей новой мелкой. Ну, если у вас не получится сразу по всем четырем бисеринкам пройти, можете проходить по одной. Тут надо уже хорошо подтягивать, чтобы не было у вас... Поэтому, может быть, вот эти крупненькие немножечко будут вот так выступать. Пусть вас это не беспокоит, потому что на самом деле это тоже придает какой-то вот, какую-то изюминку этой работе. Вот я одну набрала между... Новыми бисеринками добавляю и перехожу так же, как до сих пор, по трем бисеринкам и захожу в первую из нового ряда. И опять одну бисеринку добавляю и двигаюсь. Вот видите, в следующие бисеринки. Вот таким образом у вас будет вот так получаться волнистый край. Вот. И так надо пройти по кругу. Вот что у меня получилось. Теперь давайте мы примерим сюда наш кабошончик. Вот такая красота получается. И мы сейчас по бисеринкам перейдем на противоположную сторону, чтобы мы могли... оформить изнаночку нашей оплетки. Вот и выходим в боковую бисеринку. Смотрите, я буду теперь добавлять по одной бисеринке и проходить две бисеринки здесь. То есть набираем одну и проходим две бисеринки. Чтобы стянуть наш край, мы с этой стороны не будем использовать более мелкий бисер. То есть набрав бисеринку, мы проходим две следующие бисеринки. Бисеринка, проходим две следующие бисеринки и хорошо затягивайте.
бисеринка, проходим 2 следующие бисеринки и двигаемся по кругу. Двигаемся по кругу. Вот что у меня получилось. И теперь я между подтяну хорошенько и между бисеринками, какие в предыдущем ряду добавила, буду между ними добавлять по 2 новых бисеринки. Итак, двигаемся по кругу. Вот что у меня получилось. Я вышла в первые 2 бисеринки. Вот мы выходим сейчас. И начну набирать по 5 бисеринок. Так. Добавим сюда бисер. И набираем по 5 бисерин. 2, 3, 4, 5 бисерин. Пропускаем эти 2 и заходим в следующие 2 бисерины. Снова 5. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем эти 2, заходим в следующие. Снова 5. Итак, набираем по 5 бисеринок. Ну и последние 5 бисеринок сейчас наберем. И выходим в вершину первого набора, то есть в 3-ю бисеринку из 5. Вот, в 3-ю бисеринку из 5 выходим. Набрали 1 бисеринку, заходим в следующую вершину. Еще бисеринку и в следующую вершину. Тут сделаем крестик. 1, 2, 3, 4. Закроем его. Вот таким образом закрываем в колечко и проходим 3 из 4 бисерин. 3 из 4. Хорошенько вот так подтянем, чтобы наш крестик подтянулся к бисеринке, из какой мы вышли, и мы заходим в следующую вершину. Снова 1 бисеринка. Одна бисеринка. Набираем 3 бисеринки. Заходим в бисеринку крестика противоположной стороны.
подтянули и прошли снова 3 бисеринки, какие мы только что набрали. Вот так. И хорошо опять подтягиваем, чтобы это подтянулось вот к вершине. У нас все хорошо. Заходим в следующую вершину. То есть мы закрыли вот таким образом. Добавим. После того, как мы вышли из вершины, мы добавим одну бисериночку, чтобы у нас здесь было больше закрыто так. И пройдем по бисеринкам на противоположную сторону, чтобы тоже вот добавить вот эту одну бисеринку в центре. Вот таким образом. Пройдем по крестику и выйдем в вершину. Ну, за один раз не получается, да? И добавляем здесь последнюю бисеринку. Наша изнаночка готова. Наша изнаночка готова. Теперь нам нужно перейти на ребро. Нам нужно перейти на ребро, где у нас вот вторые ребро второго крестика. То есть вот у нас первый крестик. И вот второй крестик. Вот в эти бисериночки нам нужно выйти, которые расположены вот таким образом. То есть мы сейчас по бисеру будем проходить до этого места. И выйдем. Так. Наверное, еще одну бисеринку. Да. Так. И вот у нас получается вот крестик и вот крестик. Вот эта бисеринка у нас. Вершина крестика. Так. Теперь мы между вот этими бисеринками будем добавлять один раз крупная бисеринка 11 размера. Один раз мелкая бисеринка 15 размера. Вот у меня здесь попался узелочек, как раз где я добавляла леску. Ну вот, прошли. Снова крупная бисеринка. Мелкая бисеринка. Итак, чередуя крупный и мелкий бисер, вы должны пройти по кругу. Почему мы чередуем, вы поймете чуть дальше. Вот. Проходим по кругу.